В Барнауле расширился автопарк социального такси. Услугой пользуются инвалиды-колясочники, пожилые и тяжелобольные люди. Теперь дорога до больниц, нотариуса, библиотеки, администрации для них станет комфортнее и менее затратной. Ну что, заведем автомобиль? Все машины, раньше их было 3, теперь 4, находятся на базе Горэлектротранса. Это новое, чуть больше остальных и оборудовано подъемным механизмом. В ней одновременно могут передвигаться двое инвалидов-колясочников. Пассажир оплачивает минимальный тариф – 1 минута – 1 рубль. В такой машине не надо отдельно укладывать инвалидную коляску в багажник, а подъемник заменит стороннюю помощь. Здесь он чувствует себя самодостаточным, то есть он сел, как настоящий человек, без всяких комплексов. 4 машины, конечно, это не так много для города Барнаула. Я думаю, что мы ежегодно будем эти вопросы рассматривать и, наверное, по необходимости машины будем приобретать. В Барнауле услуга социального такси появилась около 10 лет назад. Только за прошлый год ею воспользовалось более 2000 человек.